Не видишь, я работаю? Или хочешь остаться и помочь? Не видишь, я работаю? Или хочешь... Быстрее, шевелись! Во имя... И куда же нам идти? Где же вы? Погоди минутку, дай под... Свобода или Фалангард! Напрягись! Посмотрим, куда ведет этот ход. Thank you.
что дальше? Гигантские змеи? Быстрее, шевелись. Постой. Там медведица впереди. Видишь? По мне с ней лучше не связываться. Попробуем проскользнуть мимо. Идем тихонько, осторожно. И смотри, куда ногу ставишь. Если ты везунчик, можешь взять лук. Вдруг удастся подстрелить медведицу издалека. Ты вперед, а я за тобой. Прикрою тебе спину. Полегче, полегче. Чудом проскользнули. Похоже, это выход. Я уж испугался, что мы не выберемся. Ну, вроде он совсем улетел. Но, наверное, не стоит тут оставаться. Вдруг вернется. Ближайший отсюда город — это Ривервуд. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Ближайший отсюда город — это Ривервуд. Мой дядя там кузнец. Уверен, он тебе поможет. Думаю, нам нужно разделиться. Удачи тебе. Если бы не твоя помощь, я бы не выбрался. Слушай, тебе стоит отправиться в Солитюд и вступить в Имперский легион. Такие люди нам нужны. Видишь, вон те развалины. Это ветреный пик. Когда я был мальчишкой, мне про него снились кошмары. Как драугры ночью спускаются с горы и лезут ко мне в окно, и все в таком духе. Честно сказать, мне тут до сих пор неуютно.
Это камни-хранители. 3 из 13 древних стоящих камней, что есть в Скайриме. Иди вперед, посмотри. Маг, значит. Каждому свое. Не суди, да не судим будешь. Лукан на днях громко кричал, что кто-то забрался к нему в магазин. Это не я, честное слово.